Всем привет! Сегодня видео так, на такую тему. Блин, неудобно на рукой. Как отличить неразлучнику фишера, маску молодых от старых. Ну, с сынами тут проще будет. Вон, у них зёб желтый, даже когда я начинаю так, белым вставать, ну, полно. Да, их надо же и оставить. Вот. Половина желтый, половина белый. Плюс в это вообще черные эти есть полоски. Все обычно они не всегда есть. Сразу выпускать их буду. Блин, неудобно. Дальше. Думаю, Серега спрашивал, че нити там зеленка. Ну, во-первых, зеленку плохо видно на них. Вот еще. Вот фокус сделайте. У них полджоба уже белого. Их пора отсаживать. А с зелеными будет посложнее. И сюда. Сейчас. Вот примером. Стой. Эти уже пересадили чуть-чуть. Там бляха. Фокус давай. О. Ну, не черного на джоде не надо, нифига. Он уже, блин, на старых похоже. Ну, есть лапы. Вот лапы у них, когда они маленькие, у них черные лапы. Вон, видите? Черное пятнышко такое осталось еще. Блин. Они белеют уже постепенно. Ну, светлый стоит. Вот. Это еще видно, что молодые, потому что есть пятна. Сейчас там где-то есть такие еще. Вот, в этих. Эти позже вылетели. Вот, у них черные лапы. Хотя у них они потом тоже светлые стоят. Зеленого поймаю. Стойте. Вот, у этого уже. Лапы почти светлые. Оно стоит. Дайте свое. Неудобно одной рукой. Оно так неудобно. Вот, они почти светлые. Ну, все есть. У них такие. Эти. Пятна черные. Вот. Не было пятен, да. Фиг я знаю, старый это или молодый. Ну, иди сюда. О, вот. Блин, ну видно было. Вот. Вот. Черные пятнышки такие. Вот они. Ну, фокус давай. О, у них пятнышки. Это моя была. Ну и черный уже подходило сделал. С клюва. Черного не маю. Уже тяжело. Отлично. Ну стойте, где-то есть один.
Вот, это помладше рода. У него лапы еще черные такие. У него и на дзёбе есть черный. Давай, улыбайся. Вот, видно, да? Что черный все есть, но оно уже исчезает. Этот что? Ну, это оно, да. Эх, улетел. Короче, я думаю, понятно, как отличить старых от молодых. Чтоб не метить их зеленкой там, чем-то. Все, всем пока, ставьте лайки, если было интересно.